Добрый день, дорогие любители антиквариата и винтажа! Весна чувствуется и на блошином рынке сделана в СССР. Здесь можно купить все, начиная от глиняных кувшинов до редкого антиквариата. Мейсон, покажите, во-первых, нам его. Мейсон. Вот что было в черном ящике, у нас Оля выиграла. Ну, главное, что вот, да, Мейсон. Очаровательная. И она такая очаровательная, кофе. Буду оригинальной и начну сегодня свой обзор с предметов, которые находятся на столах в первом зале. Чайничек 1500. Ваза 4000, а это ваза 1500, синие бокалы 4500, порцелянная чашка 3000, очень. Так, а это у нас что? Здесь уже фарфор ГДР. Смотрите, какой нарядный, какие ручки золотые. Очень красивые. Рисунок золотом. Ой, как и рельеф из золота. Безумно красивый. Тройка 2500. 2500. И 2500. Богиня вазочка. Как всегда, я встретила здесь своих милых, увлеченных подписчиц, которые очень ценят красоту во всем. Огромный привет вам, дорогие! Нормально. Чудесно. Посмотрите, какая вышивка. Где же вы такую нашли? Он лежит там. О, Боже, красота. Кто-то старался, вышивал. Да. Надо же забрать. Ну, уже на доске, поэтому сделайте в рамочку вставить. Нет, ну я его сниму, постираю. Мне как бы подойдет композицию. Да. Место уже ставить некуда, пошло на стены. Пара гигант, яблоки золотые. 2000 чайные пары, ЛФЗ. 3000 сахарницы сирень 60-е. 60-е. Очень красивая. Вербилки очень старые-старые и очень красивые. 3000. Четыре тысячи ваза, огромный 4500 чайник доливной. 2500 чайная тройка, кобальт ЛФЗ с красивым ободком золотым. Синичка в жель, 3000 рублей. Молочник 1500, барановка 2000, подстаканники, барбарис 2000, молочник. Розовые цветы ЛФЗ 1000 рублей. Вот. 3500 песочная.
кстати, друзья, если кто-то из вас смотрит канал блогера-модельера Ивана Рыбникова, то недавно он приезжал на этот рынок, сделанный в СССР, и сделал очень много интересных покупок, как мне рассказали. Ну, а выбирает он, любит, как вы знаете, антиквариат, статуэтки, декоративные тарелочки. Но я говорю это к тому, что можно купить на этом рынке. Вы только посмотрите, какой красивый керамический кувшин скопинский. И стоит он 1000 рублей. Очень красивый. Ну, а рядом вы видите вазочку из розового стекла на ножке. Очень красивую, с цветами. И она уже стоит 2000 рублей. Но вообще здесь появилось очень много товара к лету. Самовары. Ну да, скоро будем пить чай из них. 20 000. Потрясающе. А вот второй. А вот смотрите. Здесь целые много их. Это электрические, я так понимаю. С ушками, с баранками. Ах, какой чайник красивый. Да, не хватает мне его в мою сервировку к масленице. Или вот этот. 4000 с красным краником. Ну, вообще красота. А он что сказал? Это что такое? Это даже красивее, мне кажется, покажи, да? К празднику. На столах множество самых разнообразных кукол. К ним можно подойти, выбрать, посмотреть, выбрать по своему вкусу и кошельку. Куклы, пришедшие из СССР. Они разные, от самых маленьких до больших, приехавших к нам из других стран. Как, например, эта красавица с длинными рыжими волосами за 5000. Куклы для старшего возраста и для самых маленьких. Обычные, недорогие, из пластмассы, с которым можно было даже купаться в ванночке. И наши любимые Ваньки-встаньки, конечно. Ну и машины пластмассовые, которые, с которыми мы так любили возить за веревочку. Да. Мне очень нравится. Такая яркая, праздничная. Такая вот видно, что праздник прошел недавно. У вас и сумка зеленая. Все в цвет, да. Все в цвет. Ой, и даже свитер. Ну, свитер. А вы тоже в цвет. А как вас зовут? Катя. Катя, большое поздравление вам. Прошли праздники, но для нас они продолжаются, чтобы у вас весна была замечательная. Чтобы у вас весна в душе была. Такая же вот яркая, красивая, жизнерадостная. И все удавалось. Всего хорошего. Thank you.
красиво. Так, сегодня здесь все по 400, значит, сегодня по 300. Стаканчики с картами. Дулёва. Опять очень красивые дулёва розы. Розы, а это у нас шиповник. Шиповник. Красивая ваза. 300 рублей. Так, ну что, посмотрим керамику. Здесь, правда, девушка, женщина была, которая керамику скупает. И вот мы с вами, друзья, во втором большом зале с фиксированными ценами. Что, согласитесь, вообще очень удобно. Ближе ко входу, конечно, самая дорогая посуда. Ну, а в конце зала самая дешевая. По 100 и даже по 50 рублей. Цены разные, но все. Для своих сервировок я покупаю посуду именно здесь. Потому что здесь очень много разнообразной посуды по приемлемым ценам. И посмотрите, что я нашла. Какие чудесные, прелестные, яркие чайные пары с таким орнаментом народным. Очень красивые. Какие замечательные здесь тарелки. Как вам? Мое последнее увлечение – винтажная одежда. И, кстати, здесь очень хороший отдел винтажной одежды. Вот эту шапку я купила здесь. И в следующий раз сделаю обзор этого отдела подробнее. Дорогие друзья, ну что ж, наступило время прощаться с вами. До новой встречи!
Спасибо, что были со мной. Приглашаю вас на этот рынок. И я думаю, каждый найдет для себя что-то интересное. А вам всем желаю замечательной весны и весеннего настроения.